Человеку свойственно копить опыт и знания, обмениваясь ими с другими. Отсюда простой вывод. Оставайтесь открытыми к людям вокруг и их идеям. Ведь только совместными усилиями мы сможем приблизиться к совершенству. Получается, где-то на задворках созвездий есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо. И мы-то, может быть, даже счастливы, то есть опять же не мы, а они. К счастью, эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать сейчас я. Ох, одинокий ребенок, брошенный всеми в пустом магазине игрушек, пройдя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослым не нужен. Он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол, но он все еще ищет детали для пазла, все еще ходит по кругу. Расклады без лишней жести, что нам досталось. Там все случилось не вопреки, а как надо, так как тут никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми, хорошими, если играть то, что нами прожито, не наскучит малышу в магазине брошенном. Но я надеюсь, это позже случится гораздо, я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно, еще сильнее я в тебя не влюблюсь. Бог, одинокий ребенок.